Совещание проводил глава города Андрей Шубин. На инженерных сетях города продолжается подготовка к предстоящему отопительному сезону. Сейчас ведутся ремонтные работы на тепловых сетях первого микрорайона, устраняются дефекты. При этом отключенных потребителей нет. Завершаются кровельные работы по покрытию и ремонту швов многоквартирных домов. Погода позволяет нам хорошие темпы поддерживать, поэтому здесь у нас все будет вовремя, даже с опережением графика. О мероприятиях на этой неделе нам рассказала руководитель Комитета по культуре, спорту и молодежной политике Анна Королева. 2 сентября на территории стадиона АО «Атомтранс» состоится межрегиональный чемпионат Центрального федерального округа 2018 года по рубке шашкой «Казарла» в Десногорске. В программе показательные выступления по котельону на лошадях, работа тематической площадки «Город мастеров», соревнования по джигитовке, турнир по пешей рубке шашкой и конкурсные выступления в рамках фестиваля конкурса казачьей культуры «Богатица» и многое другое. Также 3 сентября всех жителей и гостей города мы приглашаем в 12 часов на территории летней городской эстрады «День детства» на детскую развлекательную программу. Инфекционные заболевания регистрировались на обычном уровне.